времени пройдет Игромир 2015. Пройдет он в Москве, начиная с 1 и по 4 октября в огромном выставочном комплексе Крокус Экспо. Мы не пропустим такое событие, именно поэтому у нас будут свежие новости с Игромира 2015. Фото косплейщиц и фото красивых девушек с Игромира, интересные видеоролики и описание девайсов. А также мы обязательно вас порадуем эксклюзивными деталями и новинками в игровой индустрии. И кстати, советуем смотреть наш обзор до конца, потому что в каком-то местечке мы для вас подготовили очень приятный конкурс, который связан с билетами. Насколько всем известно, Игромир в России представляет самую старую и самую крупную международную интерактивную выставку всех видов компьютерных развлечений. Компьютерные игры, консольные игры, мобильные и много самых разных современных игровых девайсов. Комик-кон Россия, в свою очередь, представляет самую крупную выставку популярных сериалов, фильмов, фантастики, аниме, комиксов, музыки и много чего другого. Именно поэтому эти два мероприятия привлекло немалое количество людей. Так что именно для фанатов и поклонников всего того, что представляют на этих двух популярных мероприятиях, крупный игровой портал Game Awards собрал самые свежие новости, чтобы рассказать о том, что же ждет людей во время этих событий. Пожалуй, начать стоит сейчас с самого волнующего – билетов. Почему с них? Да потому что наверняка уже каждому нормальному человеку надоели глупые вопросы, которые задают в пабликах или на форумах. В частности, это касается школьников, потому что именно им лень читать описания и новости. В общем, не будем тянуть, а то у какого-то ребенка сейчас пукан взорвется от нетерпения. Итак, прикупить заветный билет можно в кассах магазинов 1С Интерес, Связной и Евросеть. Причем стоимость покупаемого билета будет напрямую зависеть от того, в какой день вы собрались двинуться на мероприятие. И важно уже учитывать то, что совершенно недавно билеты подорожали. К тому же, совсем скоро вновь пройдет волна подорожаний заветных билетов. Последняя волна подорожания будет где-то в районе 21 числа. И если кто-то не выпросил еще у мамки денег, рекомендуем поторопиться. Что же касается стоимости билетов на данный момент, то цены сейчас таковы. Билет на пятницу 2 октября 1100 рублей. Прежняя цена составляла 900 рублей. Билет на субботу 3 октября 1500 рублей. Прежняя цена составляла 1300 рублей. Билет на воскресенье 4 октября 1300 рублей. Прежняя цена 1100 рублей. Цена VIP билетов осталась неизменна – 7000 рублей. Как вы уже догадались, обычные билеты подорожали на 200 рублей. Так что, возможно, следующая волна подорожаний тоже будет составлять 200 рублей. Причем все VIP-билеты уже проданы, так что если вы хотели прикупить себе заветную бумажку, тогда вам предстоит торговаться с другими людьми и перекупать у них. И будьте внимательны, потому что сейчас в интернете ходит очень много разводил, которые не против вас кинуть на бабки. Объяснив все по кирпичикам с ценами на билеты, давайте уже перейдем к тому, что же ожидает тех, кто прибудет на Игромир 2015 и Комик-кон Россия. На игровом мире будут представлены стенды популярных, недавно вышедших и еще не вышедших игр. К примеру, будет стенд, посвященный игре LEGO Marvel Avengers и PES 2016. Так что каждый желающий сможет поиграть в эти замечательные игры. Если кто-то еще не знаком с серией LEGO игр, то это будет замечательное знакомство. Также на Игромире 2015 можно будет наконец-то оценить Project Morpheus для PlayStation 4. Если кто-то до сих пор не в курсе, что такое Project Morpheus, то я вам скажу, это виртуальный шлем реальности от компании Sony, который изготовлен специально для консоли PlayStation 4. И судя по всему, компания Sony также лично посетит Игромир. Так что возможно привезет какие-нибудь свои игровые новинки и другие не менее интересные девайсы.
многих интересует, посетит ли компания Blizzard Игромир 2015. На этот вопрос очень трудно ответить даже самим организаторам по той причине, что у компании есть свое собственное специальное мероприятие. И оно носит название BlizzCon. Причем это событие, BlizzCon, уже прошло и никак уже не пересечется с Игромиром 2015. Обрадуются многие любители игр CSGO, потому что в рамках Игромира 2015 будет проведен небольшой турнир, и победители смогут получить не только приятные призы, но и всеобщий почет. И возможно, именно по этой причине на Игромир 2015 прибудут известные команды, с которыми лично вы сможете познакомиться и даже посоревноваться. И кстати, если кого-то интересует, свои данные аккаунта вбивать не нужно будет. Организаторы все предоставят, чтобы игроки могли комфортно играть и не бояться чужих глаз. Также будет представлен турнир по World of Tanks, так что и там вы сможете выиграть приятные победные призы. Кстати, разработчики также вновь привезут технику и устроят полевую кухню, так что каждый желающий сможет не только поглазеть на полевых девушек в сексуальной форме, но и еще пожрать перловки, смотря на то, как они ездят по дулу танка. Кроме этого, из-за предстоящего выхода долгожданной Fallout 4, скорее всего, будут завезены всякие безделушки вроде специальных крышечек и фигурок из игр. Не исключено, что в честь такого события на Игромир 2015 приедут и сами разработчики игры. Ну а теперь давайте перейдем к Comic-Con Россия. Начнем мы, пожалуй, с того, кто же прибудет на выставку и порадует всех своим присутствием. Первым человеком, который был приглашен на выставку, оказалась известная актриса и балерина Саммер Глау. Она также известна по культовому сериалу «Светлячок», «Миссия Серенити», а также по роли киборга из сериала «Терминатор. Хроники Сары Коннор». Кроме этого, выставку посетит знаменитый художник комиксов и писатель Трина Робинс. Трина является и художником, и писателем, и одновременно историком комиксов. В течение 40 лет она как писала, так и рисовала комиксы. Также она очень широко известна по книгам и графическим романам. Следующим приглашенным человеком оказался не менее известный писатель и одновременно редактор Джим Салликруп. Этот человек прославился своими знаменитыми работами, в числе среди которых есть даже Marvel Comics. Причем в этом издательстве Джим проработал более 20 лет. Об остальных приглашенных станет известно немного позже, сообщили нам организаторы мероприятия. Организаторы Comic-Con Россия заинтересованы в том, чтобы их мероприятие посетило как можно больше косплееров. Да, и для обычных людей это хорошая возможность продемонстрировать как себя, так и своего героя. Чтобы попасть на это событие в качестве косплеера, старайтесь сделать как можно более качественный костюм. Для косплееров ради более комфортной работы будут оборудованы специальные гримерки и сделаны специальные бейджи, которые позволят без какого-либо труда передвигаться по выставке. Но перед этим важно пройти отборочный этап, так что абы каких косплееров не примут. Учтите это. На данный момент нам уже известно, что на это крупное мероприятие буквально слетятся все самые сексуальные героини. И, к примеру, нам уже удалось повидать обжигающий зад Трис Меригольд. Так что девчонка, которая исполняет ее роль, может совратить не одного парня. И это не говоря уже о том, что недавно засветились и другие не менее привлекательные героини. К примеру, обвораживающие девушки из Mortal Kombat, которые даже размерами своего бюста соответствуют оригинальным героиням. Не обошлось и без веселой блондинки Харли из серии игр Batman. И это уже не говоря о девушках, которые будут косплеить героинь Dota 2. Вот там уже на полуголые формы удержаться и не посмотреть будет действительно трудновато.
И вот наши новости, которые мы постарались собрать для вас, подошли к концу. Если у вас по какой-то возможности не получится посетить Игромир 2015 или Комик-кон Россия, тогда не все потеряно, так как именно у нас вы сможете найти самые свежие новости, разнообразные презентации, комментарии и заявления разработчиков, обзоры девайсов, фото косплейщиц и косплееров, и даже фото красивых девушек с фигурой на ура. Что касается конкурса, то он пройдет у нас совсем скоро, причем в нем будет разыграно целых 10 билетов. Если вы хотите получить заветный билет, тогда вам необходимо подписаться на наш канал и поставить этому выпуску лайк. Более подробная информация будет в скором времени размещена у нас в группе ВКонтакте. Вы нас сможете найти везде: ВКонтакте, Одноклассниках, в Инстаграме, на Ютубе, конечно, и, естественно, на официальном сайте. И самое главное, не забывайте подписываться, ставить лайки, оставлять свои комментарии и посещать наш сайт. Все ссылки вы сможете найти ниже в описании.